Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и что-то мы задержались с очередной серией по черепашкам-ниндзя-легенды. Но на это были свои причины. Так что, друзья, продолжаем играть. У нас окончание турнира, он закончился, и мы заберем сейчас свой приз. Вау, я все-таки остался в мастере 2 звезды. И это, кстати, очень удивительно, потому что, если я не ошибаюсь, у меня буквально там было... По-моему, даже 96-е место, и до окончания, по-моему, оставалось где-то 4 часа. Я думал, что меня сбросят. Но, как видите, ничего у них не получилось, и я остался в мастере. Поэтому забираем свой шикарный приз. Так, 9000 у нас сюриков выпадает, Леонардо фильм, 45 ДНК, 90 золотых осколков и 65 платиновых. Отлично просто. Так, друзья мои, ну, как вы понимаете, бустануть у нас сегодня не получится, потому что уже прошло 3 дня, и будем потихонечку с вами как-то добираться. Ну, а вначале, наверное, заберем все наши призы, которые, да, нам сейчас доступны. Так, в магазин сбегаем, откроем колоду, посмотрим, что нам здесь выпадет. Ничего хорошего, да? 5 бакинских, ладно, бог с ним. Давай-ка сюда зайдем, поднять уровень персонажа. Короче, все, сейчас мы это с вами сделаем. И хотелось бы посмотреть, кто у нас разыгрывается на этой неделе. И, как мы видим, Микеланджело фильм. Кстати, этот персонаж мне тоже нужен. ДНК на него надо попробовать насобирать. Так, секундочку, мы же можем с вами нашего... Да, друзья, Леонардо фильм прокачивается до 4-й серебряной звезды. Так, мутаген у нас есть, так что давайте повышать. Ну что же, неплохо, очень неплохо. И у него открывается дополнительная способность. Полная защита. Лео умело уклоняется от ударов. Физическая защита усиливается на 5% на время боя. Ну, 5% на самом деле это, ну, вообще ни о чем. Может быть, если мы дальше улучшать будем, там будет, как говорится, процентовка увеличиваться. Давайте, наверное, уровень ему поднимем один. Все равно у меня по заданию есть такое. Все, друзья, шикарненько. Качаю потихонечку Усаги, он уже 70 уровень. Так, заберем с вами ревард. Так, значит, в боях надо сразиться и пройти одну серию испытаний. Поехали вначале искать на железную голову вот это вот, ребята, антивирус. Нам нужно найти еще с вами 10 наушников, да? 10 наушников. Так, поехали, попробуем. Остается 9. 8. Давай-давай. Блин, 8. Ладно, 3 сложных боя мы с вами провели, теперь давайте легкие бои. Отлично. Так, уже мимо. Друзья, ну наушники на самом деле очень тяжело выбить. Я уже пробовал, ну смотрите, всякая колба, всякая ерунда выпадает. Дайте мне, пожалуйста, наушники. Хорош меня уже тут досаждать. Ну что ж вы делаете? Ну вот смотрите, друзья, ну как вот так вот можно, а? Дают мне какую-то колбу. Зачем она, блин, мне нужна? Аж бесит. Давай сюда переключимся. Вот, пошло дело. Мне просто не хотелось бы тратить наши вот эти вот телепорты на какую-то ерунду. Ладно, 100 мутагена, хорошо, бог с ним. Так, наушники. Вроде бы все, задание мы с вами выполнили. Сколько там остается? Еще 4 наушника найти. Ну, это уже, наверное, будет в следующей серии. Так, забираем с вами здесь ревард, естественно, и проходим серию испытаний. Так, у нас вот на сбросике все. Давайте берем наших героев. И погнали. Ну, здесь все быстро. Сейчас зайдем на лигу. Ну, вы можете представить, да, что сейчас мы будем с вами очень и очень медленно подниматься по ступеньке вверх. Потому что, ну, среда. Как говорится, все, что могли, все, друзья, они уже отыграли. Нам придется сейчас драться. Причем довольно жестко. Так, ладно, маузеры получите. И вау, не добил. А ну-ка, Раф, молодец, красава. Железноголовый. Так, ну-ка, майки добей, пожалуйста. Да, не добил. Ладно, ничего страшного, вторая волна, последняя. Сейчас мы с ними быстренько разберемся. Кстати, надо было посмотреть, какие у нас на этой неделе испытания. Да? Ну, сейчас посмотрим, сейчас мы вот это вот пройдем все с вами. И обязательно посмотрим. Так, майки, не подведи меня. Ну давай, двойную атаку. Вот, красавчик. Так, и железноголовый, как всегда, на высоте. Ладно, друзья, давайте-ка посмотрим, что же нас там поджидает. Какие испытания, с чем они связаны. Так, это мы пропускаем с вами. Сейчас ревард тоже заберем. Да хорош, все, я понял уже. Так, забираем полностью ревард. И заходим сюда.
Так, испытания, смотрим, друзья мои. Девичья сила, это великолепно. И Лига Лео. Слушайте, ну, прекрасно. Кстати, у нас опять будет испытание на Супер Шреддера. Обязательно, друзья мои, посетите это испытание и попробуйте пройти. Потому что Супер Шреддер — это действительно имба. Так, а у меня сколько ДНК, кстати, на него? Давайте-ка посмотрим. Я же его только недавно получил, да? Чуточку я его прокачал. Где-то у меня Супер Шреддер. Давай-ка посмотрим. Так, друзья, смотрите, 31 ДНК у меня уже есть. То есть буквально еще 49. И все у нас в кармане. Мы сможем его пропать на четвертую золотую звезду. Но согласись, 40 с лишним ДНК получить — это проблематично будет. Но мы будем стараться, потому что этот парень нам нужен, поверьте мне. Так, ладушки, ну и поехали, наверное, мы с вами на турнирную ареночку. Давненько мы здесь с вами не были, давненько мы не дрались. Так, Джин, Рина, ну, в принципе, здесь без разницы, кого выбирать. Как говорится, мы бустануть уже все равно не сможем и будем потихонечку их разбирать. Так, идем в самый хвост моих персонажей и начинаем наше, как говорится, развлекалово. Ну что же, тут у нас Пит, голубь, да? Боксер Стопман и Лео Фильм. Ну, тут можно даже... Ну, давай вот так вот сделаем. Какая разница? Я надеюсь, сразу подойдем всех, нет? Нет, Пит упал. Так. Вау, Стопман, ты че это, парень? На ногах держится крепко. Ну, давай добьем Лео. Отлично. Ну, самое начало, как говорится, это все легко и просто. Постепенно будут бои у нас усложняться, усложняться. И посмотрим, докуда мы сегодня с вами вообще сможем добраться. Так, 33 место. Пока еще в Лиге Воинов одна звезда. Ну, я вам говорил, что будем двигаться очень медленно. Так, Серега, Диана и Нейл. Я думаю, что надо, наверное, начинать с Дианы. Потому что здесь по кубкам все-таки лучше. И противник, максимальный уровень у него 18, да? Как раз то, что нужно для нас. Погнали. Также быстренько сейчас распишем, без всяких проблем. Наверное, начнем с вами с Леонардо. Хотя, да давай массовую атаку сделаем, господи. Что мы теряем с вами? Вау. Так, добиваем с вами Леонардо. Угу. Давай-ка, наверное, в оборотик возьмем Рокстеди. Вот, и теперь остается лишь Рафаэль Фильм. Ну, да ладно. Что-то как-то ватно так ударил-то. Прикольно сейчас было, видели, друзья? Они одинаково станцевали, один и тот же танец. Так, ну а мы с вами двигаемся. И, ну вот, мы с вами на войне две звезды. Ну, правда, позиция 81. Ну, это только начало, так что не волнуйтесь. Так, кто тут у нас? Мантиас, Шейн и Алекс. Смотрим. То есть они практически все одинаковые, да, по кубкам. Поэтому я думаю, что мы возьмем с вами Алекса. Тут 16 уровень. Давайте тогда мы с вами... А у нас-то какие там? Наверное, 30-е до сих пор еще. Да, 30-е — это самое то, что нужно для нас. Погнали. Доктор Роквелл, Шинигами, ну и, соответственно, Лео. Начнем мы, наверное, с Эйприл. Ну-ка, Шини, не подведи меня. Подвела, ватненькая, ладно. Лео валит. Так, давай, наверное, теперь... Ну, по Хану нет смысла бить, потому что у него пониженная, как говорится, будет атака. Вот, будем бить нейтрализатор с вами. Так, пол хп сняли. Но он вообще промахнулся. Да, ребят, вы попали. Что я могу вам еще сказать? 16 уровень даже ничего не смог сделать нашим ребятам, которые уже 30 левел имеют. Так, идеальная победа. И давайте-ка посмотрим, куда мы с вами передвинемся. Наверное, где-то будет 20-30 позиция, мне вот кажется, да? Надо будет еще один бой сделать, чтобы мы перешли на воин 3 звезды. Даже 40-я. Медленно, очень медленно идем. Так, Тони. Вот, я даже не буду никого смотреть, возьму Тоню, нашего соотечественника, да? И, как видим, уже 20 левел здесь. Ага, бибопчик, ладно. Причем это хиллер. Ну, у нас еще до сих пор финальная тройка игроков выходит. Тут Пит бежит, бедная шапочка у него там дергается на голове. Ха-ха, такая прикольная. Ладно, бросаем бомбочку для затравочки. Наносим урон. Ну, минимальный, ладно. Я думаю, что Пит добьет Хана. Отлично, красавчик. Так, бомбанем, наверное, давай по Рафику. Воу. Неожиданно для меня. Так, ну и давай вот так вот сделаем.
Да ладно, Бибоп, хорош. Ты посмотри, какой крепкий, а? Но, тем не менее, мы его сбили с ног, и он валяется там. Продолжаем нашу эпопею. Сейчас посмотрим, что у нас, друзья, получится. Перейдем мы все-таки на 3 звезды или нет. Но... Нет, да ладно. На вторую позицию, господи. Да, еще, как говорится, дольше нам придется драться, чем я даже ожидал. Так, ну что, я вижу Дину, и я даже... А нет, нет, друзья. Придется взять вот этого вот Фатида. Ладно, фиг с ним, Фатида возьмем. 23 уже уровень, кстати. Заметили, что очень быстро растет левел врага. Бои становятся все сложнее и сложнее. А мы до сих пор еще играем 30 уровнями. Так, Бакстер Муха, да. Здесь у нас Ванюшенька и Хан. Начнем, конечно же, с Мухи. Давай, Лео, не подведи. Ай, елки-палки. Хан, хорош тут гимнастикой заниматься. Давай так сделаем. Надеюсь, получится добить его. Красавчик. Так, да, давай массовую атаку сделаем. А, там контратака, по-моему, да, на Хане висит. Точно. Ну, в принципе, ничего страшного для нас нету. Ванюша, успокойся, господи, взялся тут за пулемет свой. Так, Хана, наверное, уберем. Молодцы, и Ванюшу, наверное, тоже. Да, друзья, великолепно. Ну, теперь-то уж перейдем на 3 звезды, это однозначно. Хотелось бы знать, на какое место. Давай-ка посмотрим. Куда мы с вами приземлимся? Так, 74-я позиция. То есть, получается, нам где-то еще придется сделать боя 2 или 3. Да, так, Энос, Виктор и Паула. Ну, давай, наверное, возьмем тогда Виктора. Тут еще до сих пор 19 уровень. То есть, 20-ку даже, да, не доходят. Ладушки. Так, а у нас с вами кто? Ага, Раф Космос. Бибоп. В костюме кролика. Донателло видение, да? Или это ролевой у нас? Нет, это ролевой, по-моему. И Рафаэль ролевой. Поехали. Сейчас мы с вами здесь быстренько разберемся с ними. Так, кого будем бомбить? Ну, по идее, нам нужно уничтожать в первую очередь Кирби. Так. Ну, давай сделаем вот такой удар. Так, минус Кирби. И будем уже, наверное, Мондагека разбирать. Погоди-ка, давай массовую атаку сделаем. Опа! По красоте! Вот это да, вот это Донни. Вот это он вжарил, постепенно урон повесил, как говорится, и все отдуплились. Нормуль, неплохо, мне понравилось. Так, и мы перемещаемся с вами на 26-ю позицию. Слушай, кстати, наверное, еще один бой, и мы уже перейдем на следующую лигу. Так, Паула, опять Паула, Энос и... Только на этот раз Виктор. Хм, ну давай, хорошо. Виктор так Виктор, у нас еще персонажей... Оу, хватает пока еще. Ну что, Кейси берем, да? Донателло Космос, Джастин и Саблезуб. Погнали. А против нас Донни, Рафаэль, Нейтрализатор и Эйприл. Так, я, кстати, вот этот вот кусает врага. Давай посмотрим, что это у нас за кусака такая. Ага, кстати, он еще и оглушает. А вот это имба. При укусе он может оглушить противника. Так, ладно, попробуем сейчас лазером бомбануть. Так. Пол хп снес. Ну, неплохо. Так, теперь массовая атака от Джастина. Да ладно ты, Джастин, ну ты как всегда, вот как всегда. Что это за атака у тебя такая ничтожная? Даже не смог Донни добить. Ладно, приходится подчищать за ним все время. Ну-ка, Кейси, ты-то хоть не подведешь, надеюсь? Ну ладно, прощаем тебя. Донни, ну ты-то, господи. Так, Джастин исправил свою ошибку. Давай нейтрализаторы. Да почему они такие крепкие-то? Ну, 24 уровень, я понимаю, но мы-то, извините, 32 уровень. Хм, не понимаю я. Сколько надо было принять усилий, чтобы выбить врага, как говорится, из колеи. Ладно, друзья мои, двигаемся с вами. Ага, все, отлично, я спокоен, мы в элите. Одна звезда, 83-я позиция. Ну и, соответственно, сейчас будут враги уже покрепче, наверное, да? Чук, Валерий и Дидар. Ну, наверное, будем Валерку брать. Так, и здесь я смотрю уже 22 уровень противника. Так что мы начнем вот с наших вот этих вот красавцев. Уже добрались, кстати, мы с вами до 40 уровней. И это круто.
на самом деле. Так что сейчас пойдет битва очень быстро у нас. Ну что, Кирби, ты попал, я думаю, да? Посмотрим. Ушатает? Молодец, Бибоп. Вот это, вот я понимаю, вот этот красавчик. Так, бросаем баллончик. Вообще шикандос. И массовая атака. Фиг с ним, так уж и быть. Ба! Здравствуйте, Рокзарчик. А с какого перепуга вы вдруг еще выжили мне здесь? Я не пойму. А? О, Рафаэль там танцует, наяривает, довольный. Ну и правильно делает. Он почувствовал вкус победы. Так, друзья, мы перемещаемся с вами куда? Во, 49-я позиция, отлично. Так, погнали дальше. Илья, Адам и Алексей. Ну, будем брать тогда Илюху, потому что кубков здесь будет у нас больше. Соответственно, мы прогрессировать будем быстрее. Так, кто у нас тут на подходе? Донателло Фильм. Угу. Кромсатель. Так, Пиццелиций и Острозуб. Отличненько, поехали. Так. Ну, тут все просто. Будем начинать, конечно же, с Донателло. Ой, Донателло, елки-палки, конечно же, Рафаэль. Что-то я про Дони задумался. Так, он выжил, да, Рафик-то у нас? Да ты посмотри, какой крепкий парень, а. Ну, давай массовую атаку, фиг с ним. Вот, вот это я понимаю, постепеночка повесилась. То, что нужно. Так, Ванюш, нет, давай-ка мы, наверное, Шредера. Нет, все-таки Ванюшку попробуем пробить. Во, по красоте, друзья. Так, ну этот, естественно, как всегда, уходит в инвиз. Да? А Шредера, ну-ка попробуем. А, это же у нас не то, друзья. А, отдуплился. И добивочный. Все, по красоте. Кромсатель, как всегда, начинает там выплясывать свою капуэра. Так, ну а мы продвигаемся с вами дальше. Посмотрим, куда мы переместимся. Так. Во, 11-я позиция. Еще один бой, и мы перейдем на 2 звездочки. Так. Ювис, Никита и Джерси. Ну, конечно, будем, наверное... Ага, Ювиса придется брать. Да, я думал, нашего возьмем, но не тут-то было. Друзья, 20... А, 30 уровень уже здесь. Ну, а у нас... Вау. Ха. Крэнк и Супер Шреддер в одной связке. Это что-то новенькое. Так что давайте будем приступать. Так, Тимми здесь, Шреддер, да, Бибопчик, Караечка. В общем, для нас это все ерунда. Тюм-тюм. Бросаем. Ай-яй-яй. Как же ты так, Супер Шреддер, лопухнулся-то. Ну, давай, наверное, массовую. Мне нравится, как этот Крэнк так смеется. Ну вот, совсем другое дело. И по урону как... Да ладно. Хм. Так, Макмен, давай, родной, не подведи. Я знаю, что ты красавчик. Красавчик. Вот я обожаю его, и вот этот ураганчик. Как говорится, мусорный шквал, так скажем, да. Он бросает, там видели всякие кирпичи, щепки какие-то летят. В общем, вот этим вот хламом он и уничтожает наших противников. 81-я позиция, отлично, друзья, отлично. Может быть, мы сегодня до самураев-то доберемся с вами как-нибудь. Валерка, Сидней и Садикур. Садикур. Ну что же, Валерка сам напросился. Причем, опять же, уже второй раз мы с ним деремся, да? Или даже третий. Так, поехали. Берем Майки, Слэша, нашего классического Шреддера, Донни и Майки Космос. Вот так вот. Погнали, друзья мои. Так, ну что же, что же у нас здесь? Ну, естественно, Пит нам здесь не нужен. Но мы сделаем с вами массовую атаку. Отнимем помаленечку ХП у всех. Ого, помаленечку, ничего себе, Карайка чуть не отдуплилась. И давай, наверное, давай на атаку пробафаемся мы с вами, да? Майки сделал свой супер танец. Вызываем дурачков из другого измерения. И бумс, изи. Просто всех накрыли медным тазом. А почему? Потому что мы с вами сделали баф на физ-атаку. Так, друзья мои, двигаемся с вами дальше. Наверное, где-то будет 30-я позиция. Ага, 37-я. Хорошо, ладно. Устраивает меня такой подход. И продолжаем. Ли, ГХ и Инфанхазид, Хазид. Ладно, не имеет значения. В общем, давайте возьмем с вами Ли. Ли. И до сих пор 29-й... Как говорится, уровни. Что-то никакого прогресса у врага нету. Мы уже с вами на 45-х зависли, да? Тут, глядишь, полтинники пойдут, а они до сих пор еще даже 30-ку не переплюнули. Хм, интересно. Ладно, погнали, друзья.
Так, муха, да? Ну что, начинаем с баферов и хиллеров. Во-первых, убрать нужно муху с поля боя. Ага, не получилось. Ладно, давай вот так вот сделаем массовую атаку от Лео. Отлично. Теперь надо брать нам Мондагека в оборот. Отличненько. Так, и теперь, наверное, мы с вами возьмем... Да. Уничтожить нужно нам Рокстеди. Ну-ка. По красоте и поджарочка до хрустящей корочки. Вот и все, друзья. Инициатива у нас была большая, поэтому они даже не успели сделать своего хода. Просто не дожили до этого. Так, ну а мы с вами продолжаем. И вот, вот это я понимаю, друзья. Элита, 3 звезды, все как полагается. 95-я позиция. Боя 3, и мы с вами будем в самураях. Так, Селина, Джордж и... Так, секунду. Ну, я думаю, что мы возьмем с вами... Давай возьмем Селину. Ну да, именно ее. Ну вот, уже совсем другое дело. 36 уровень пошел. Отлично, это уже устраивает меня. Раз, два, три, четыре, пять. Вот такая вот у нас компания, да? Ну и, соответственно, друзья мои, чем больше героев мы с вами тратим, тем быстрее к завершению нашей, как говорится, лиги. Ну-ка, Керби, давай попробуем тебя, наверное, вынести для начала. Ага, постепенно урон. Ну-ка, я брошу баллончик, друзья мои. Вот. Караечки, мы заблокировали способность. Майки, успокойся, пожалуйста, это ни к чему, это излишнее. Твои вот эти танцы, они все равно тебе не помогут. Так, я все-таки добиваю Кирби. Угу. Телекинез. Кого бы нам убрать-то отсюда? Ну, давай, наверное... Ну, давай Майки добьем. Я надеюсь, ты справишься с этим заданием. Отлично. Эйприл все сделала как нужно. Ну, а теперь уже, друзья, тут не имеет значения даже кого подбивать. Будем, конечно, с Мондагека. Ватный парень. Так, да хорош ты уже, успокойся, Рокстеди, господи. Начинает тут нас поджаривать всех. Думает, у него это получится на 36-м-то уровне моих 46-х, 45-х уровневых персонажей завалить. Получи и распишись. Нет, ну Эйприл, понятно, ватненькая. Давай вот так вот бомбанем. Ай, Крип тоже какой-то нехти. Ну, а так, если... Да что ж ты будешь делать? Вы что, все такие, как говорится, слабенькие по атаке? Ладно, фиг с ним. Главное, чтобы прошли. Ну, посмотрим, куда мы с вами перемещаемся. На какую позицию. Давай-давай, не скупись. Где-то 50-ю дай, пожалуйста. Во, 53-я. Отлично, друзья. Ну, мы с вами продолжаем. Так. Сейчас, секунду. Балан. Балан, Наталья. Слушай, я, наверное, возьму Балана. 37-й левел, да, у него здесь максимальный. Ну что же, неплохо. 37-й, а у нас 47-й. Даже уже полтинники пошли вовсю. Так, у нас сколько еще героев? На сколько боев-то? На боя 2-3, да, получается? Я думаю, что все-таки мы до самураев с вами сегодня доберемся. В обязательном порядке нам это нужно сделать, потому что слишком много времени мы с вами пропустили. Так, антибаф делаем. Отлично, отлично. Так, массовая атака от нашего Шреддера. Ой, по красоте-то как. Ну что, Майк Ролевой, давай хоть кого-нибудь подбей, пожалуйста. Двоих вынес, красавчик. Так, Сплинтер, учитель, иди-ка отдохни маленечко. Так, Ванюша, наверное, тоже отдохнет малька, да? Ну и добиваем последнего черепа. Да хорош ты уже тут. Даже не попал. Вот тебе, таким вот. Че? И лети отсюда. Так, давай-ка посмотрим, куда мы с вами переместимся сейчас. Так, это мы пропускаем. Давай, 10-я. Ах ты, 24-я позиция. Друзья, а вот тут уже спорный вопрос. Я думаю, наверное, придется еще два боя делать. Конечно, хотелось бы в один бой уложиться, но вряд ли получится у нас. Так, я уже вижу Тоню. Тонечка, давай-ка мы с тобой немножко подеремся. Как говорится, подеремся, разомнемся. Заигрывает, да? Я вижу, что заигрывает. Поехали. Так, друзья мои, кто у нас тут? Да у нас тут все хорошо, поэтому начинаем с массовых атак. Вот, ты видел? Нам нужно убрать отсюда Эйприл, в первую очередь. Но я боюсь, что... Муха, ты сможешь добить, а? Я могу тебе довериться? Ну-ка, плевок. Отлично, молодец, красавчик. Так, теперь убираем отсюда Майки Ролевого. Следующий будет у нас... Да, пожалуй, это будет Макмен. А можно вот так сделать. Во, так даже лучше получилось. Ну и кролики, идите отсюда вон. Разогнал, как говорится, их крысиный король.
И посмотрим, куда мы с вами сейчас переместимся. В один бой уложимся или все-таки надо будет еще делать? Но... Отлично, уложились, друзья мои. Мы уже с вами в самураях. Ну, правда, одна звездочка. Фиг с ним, фиг с ним. Может быть, даже сможем перейти в самураи две звезды. Так, ладно, друзья. Дмитрий, Джерси и Руслан. Руслан, елки-палки. А на фото какой-то черномазый мальчик, елки-палки. Ну, как-то не звучит совсем. Ну, стопудово это не Руслан. Так, давайте возьмем Дмитрия. Это как раз фотография, видимо... С нового года, да? Поехали, друзья. Не будем обращать на такие мелочи внимания. У нас все-таки бои серьезные здесь намечаются. И, как видим, здесь 41 уровень даже уже есть. Ну, а у нас 60-й. Тут, естественно, будет кромсало вопрос-напросто. Так, и... Вау, ты посмотри, какая у него командочка здесь. Все черепашки, да? И плюс Эйприл. Хм, ну давай, поехали. Крик души от Карайки. Естественно, массовая атака от Паукуса. Угу. Ну и добивочный, конечно же. Вот так вот, по красоте. Вообще на изи прошли сейчас. Если бы у Карайки вот этот крик души был бы прокачан до 6, скажем так, до 6 уровня, я думаю, она с одного крика всех бы уложила бы. Так, ну а мы с вами продвигаемся дальше и смотрим, куда мы переместимся. Во, 58-я позиция, отлично. Дальше продолжаем бой. Так, Александр, Адам и Роберт. Ну, хотелось бы с Александром. Да как, почему хотелось бы? Мы и будем с ним драться. Так, еще пока есть у нас герои. Поехали. Пока все у нас хорошо идет. Так, Змейка Вьюн, там Усаги. Вот эта команда, конечно, имбовая. Тут что стоит только Усаги с Армагушей. Даже если не брать в расчет Змейка Вьюна с Карачкой. Смотрите, массовая атака, и, наверное, все упадут сейчас. Причем вот этот вот удар у нас не прокачан вообще. Да, он первого уровня. Надо будет как-то, кстати, заняться прокачкой. Так, ну что же, давай посмотрим, куда мы с вами переместимся на этот раз. На какую позицию? 30-я, да? Угу, 30-я, ровно. Прям вот угадал. Погнали тогда. Так, Александр у нас тут. И Адау. Ну давай возьмем Александра, господи. Почему бы и нет? Ой, друзья, героев-то у меня все. Практически не осталось. Ну как же так-то, а? Ну ладно, хорошо, еще два боя у нас. Включая этот. Так, ага. Ну что, я думаю, тут массовые атаки все решат, да? Бомбочка от Зека. Вау, минус 3. Так, Рахзарчик сделал размах и... Да, вот и вся тебе игра, друзья. Прошли. Ну что же, у нас остается три персонажа, соответственно, там кубка будет мало, но тем не менее, я думаю, мы перейдем все-таки, да, в самураи. Да, две звезды, 99-я позиция, и как раз вот у нас будет добивочный, так скажем, раунд. Возьмем, так, кого тут взять-то? Арест, Майкл и Эрик. Давай Ареста возьмем. Раз, раз, два, три. У нас 99-я позиция, но я думаю, где-то будет позиция, наверное, 85-я. И, тем не менее, будет хорошо, друзья. Уже, как говорится, мы с вами... Да нафиг нам здесь не нужно никакого уклонения. Мы, я думаю, и так справимся. Во, вертушка от Лео, господи. Что мы тут с вами? Хопс, и все. Разговор у нас, как говорится, был здесь короткий. Ну-ка, давай. Покажи, на какую позицию мы сейчас с вами переместимся. Мне, конечно, хотелось бы где-то 85-я, 70-я, чтобы была. Ну? Ага, 89-я. Ну, слабовато, конечно. Само собой, меня сбросят. Я больше чем уверен, на Лигу Самураев в лучшем случае одна звезда. А может быть, даже и ниже. Ну и ладно. Ну и что? Скоро, друзья, отпуск. Мне осталось поработать всего 4 смены. И я пойду в отпуск. Вот тогда мы с вами будем почаще видеться в игрушечках в разных. Так что все будет хорошо. Я не знаю, друзья, испытания. Так, сколько? 3 дня. Ну, давай, хорошо, уговорил. Давай зайдем на Лигу Лео и попробуем немножко пофармить. Я вот, честно говоря, не помню, мы с вами проходили вообще полностью Лигу Лео или нет? Так, кого нам тут дадут? Ну, елки ты палки, ну вот все мне испортили, а? Вот все испортили мне, как только я посмотрел, каких персонажей мне здесь дали. Ну, как так, друзья мои? Ну, почему не дают мне имбу? Давайте мне самых мощных. Зачем вы мне даете вот этих вот ватненьких моих героев? Я не понимаю. Нет, конечно, можно их раскачивать, все это понятное дело.
Но это сколько времени на это понадобится? У меня вообще в приоритетах, в первое дело, открыть недостающих нам черепашек, да? После этого, когда у нас будут уже все персонажи, мы будем с вами прокачивать слабеньких, да, и поднимать их до уровня наших самых сильных. Хотя многие говорят: Рэй, прокачай Леонардо по максималке. Друзья, я тоже с радостью, но сколько нужно будет мутагена, ты представляешь? Только на одного Лео, чтобы прокачать ему один уровень. За это время я могу прокачать, ну, если вот посчитать, ну, из расчета, да, чтобы прокачать Лео до соточки, я могу, наверное, персонажей 5-6 прокачать до 80 уровня. Вот примерно столько нужно мутагена. Так что, я думаю, мы с вами, наверное, подкачаем слабеньких, да? А уже потом будем, как говорится, прокачивать самых сильных уже на фуловочку. Ну, фуловочка, я имею в виду, на хай-левел, чтобы они уже ни в чем не нуждались. Единственное, что нам нужно будет потом делать, это набивать на элитных испытаниях осколки, которые нам нужны. Которых у меня нету, чтобы прокачать до 7-й. До 7-го уровня скиллы. Так, что у нас тут? Лео. Кстати, вот этот Леонардо мне нужен, друзья. Именно его мне не хватает в копилочке. Так что давайте-ка так, я включаю здесь автобой. Три волны, 30 уровень. Я думаю, здесь мы с вами пройдем. У нас самый маленький, это какой получается? Полтинничек, да? Это у нас крысиный король. Ну ладно, то есть мы еще где-то с вами два боя сыграем этим составом. Потом, наверное, придется кого-то исключать. И у нас останется в результате Ванька-стиранка, Карайка и, скорее всего, Кирби. Хотя Кирби тоже под вопросом. Ну, двумя же героями я тоже не смогу пройти далеко, согласись. Так что вот фиг его знает. Так, Лео мы убрали с поля боя. Второй Лео. Да ладно тебе, грипп, успокойся. Так, минусанули. Минусанули ролевика. И все, тут отлично, друзья мои. Тут 30 уровни были, поэтому они их быстренько раскромсали, а мы с вами продолжаем. Я знаю точно, что девичью силу мы с вами проходим 100%. Так, Леонардо видение, отлично. Одно ДНК мы с вами получили. Кстати, секундочку, друзья, мы с вами в магазине-то что-нибудь можем приобрести? Я же не заглядывал еще. Так, вот здесь нам, ну, к сожалению, ничего не нужно, потому что у нас тут и так все по максималке. Так, по жетонам. По жетонам, друзья, не хватает всего лишь 4, да, 4 монетки ПВПшные, чтобы нам приобрести 100 осколков. Да, мы за монетки берем осколки с вами. А вот за жетоны мы с вами будем как раз вот открывать наших черепашек. Ну, у нас всего лишь 85, а нам нужно, ой, 710. Так, 710, тут 610 и тут 610. Кстати, вот этот вот у нас откроется уже вскоре. Нам не хватает всего ничего, да? 10 ДНК, нормуль. То есть где-то 3 разика. Да, 3 разика по 610. Это недельки 3. Шучу, ребята, за неделю можно набить, в принципе. Так, ладно, мы продолжаем с вами наши бои. Немножко отвлеклись. Лига Лео и... Так. Угу, ладно. Лео ролевой, 45 уровень. То есть здесь мы еще должны с вами с помощью автобоя расправляться с ними. А уже когда мы на следующий бой пойдем, там будут платишочки. То есть 50 уровень, и нам, соответственно, уже придется драться своими ручонками. Так, 40-й, да хорош ты уже, а? Бронированный таракан, елки-палки, бум. Так, двигаемся с вами дальше, смотрим. Так, тут у нас Лэш, Пит, Хан, так, молодец, уложил. Караечка, так, по красоте. Слушайте, а кто делает у Хана вот контратаку? Или у него это на автомате? По-моему, на автомате, да, получается, наверное. Так, Слэш, успокойся. Начинает тут свои кренделя выплясывать. Так, двигаемся дальше. Последняя волна, и тут у нас вау. Так, грибочки минус. Второй минусанули. Так, так, так. Что-то, что-то крепковатые какие-то ребята. Вау, Кирби, ты еще упади тут у меня. Так, друзья мои, я боюсь за Кирби. Дай-ка я сам попробую, друзья. Кого нам нужно вынести? Ну, давай, наверное, вот этого Леонардика. А этот у нас... Нет, нет, друзья мои, Кирбис, господи, ну как всегда, друзья, он ватный. Ватный, я вам неоднократно говорил, что Кирби, да, вата, что морозильная кошка вата. Это не бойцы, это так. Их постоянно нужно прикрывать, их постоянно нужно держать под чьей-либо защитой таунтов каких-то.
Потому что сами они здесь, конечно, выжить не могут. Ладно, друзья, ну фиг с ним, да, 2 звездочки. Ну, не смогу я фармить этот уровень, да и бог с ним. Главное другое, что мы с вами получили карточку Леонардо Ролевой. Так, и здесь у нас следующий Лео. Так, ну, 7-й эпизод, это однозначно мы с вами не пройдем. Поехали. Так, 55-е уровни. То есть, смотрите, что у нас получается, друзья. Нам с вами убирать вот этих персонажей нужно, да? И играть двумя, ну это бред. Ладно, фиксим. Пускай нас тут немножко разбомбят, но этот этап мы с вами, наверное, должны пройти. Мы с вами его не то что должны, мы обязаны его пройти. Так, ты что там взял? Провокацию на себя, хламон, да? Мутант-белка. Ладно. Пробиваем, надеюсь. Так, отлично. Так, Кирби, я надеюсь, ты не отдуплишься до следующего нашего отхила, потому что я на тебя надеюсь, нам нужно будет именно твой хил. Ой, Ванюш, ну что ж ты так? Что ж ты так кисленько-то бомбанул? Так, Хан, давай вот так вот сделаем с тобой. Отлично, молодец, красавчик. Так, что ты там, тля, выделываешься мне, а? Моль. Так, ну хорош, еще и оглушили мне. Так, ну-ка, крысиный король, не подведи. Давай свою шайку крыс. Так, ладно, этого, я думаю, добьем. Все, хорошечно. Мы с вами переходим на 3-ю волну. Смотрим, кто здесь, Слэш, да, Кейси. Ага, и Сплинтер еще. Я думаю, что мы вот так вот с вами сделаем. Так, во, великолепненько. Жалко, что нет у нас здесь массовых атак. Ну, у большинства, да, только у короля и у Ваньки, у Ванюшки. Так, тихо. Не надо тут баловать, пожалуйста, мне. Так, Кирби, скоро твой отхил нам понадобится. Да ладно ты, что ты делаешь? Оглушил еще. Нет. А, бафает. Ладно, пускай бафает. Давай, хиляемся. Ну, его нафиг. От греха подальше. Так, и вот сделаем вот такой вот с вами выстрел. Бум. Ага, хотя бы так. Давай попробуем, наверное, добить. Сплинтера сможет добить, интересно, Хана или нет? Давай проверим. Так. Опс. Да, конечно, елки-палки, да ну. Что ж ты будешь делать-то? Надо его... Да, Хан, и Карека даже не смогла. Ой-ой-ой, по-моему, кому-то... Да, это был Хан. Кому-то, друзья... Здесь не повезло. И сейчас начнется. Смотри, я развлекал его в них. Сейчас они мне, наверное, крысиного короля, да, вынесут. Потом... Во, сплинтера убрали отсюда. Так, крысиный король. Ну, давай, наверное, вот так вот сделаем. Слыша. Ать, постепенно урон. Замечательно. Бросим туда гранатку еще. Надеюсь, добьем. Так, а будем брать в оборот, естественно, Кейси Джонса. Ну? Да, карай, ты... Да ладно, постепенно урон не... Ай, зря я положился на то, что постепенный урон сможет его добить, Слэша. И только лишь из-за этого я потерял нашего Хана. Да, друзья. Лопухнулся, а что? Вот так вот бывает. Да хороший еще баллончик твой бросает мне здесь. Давай. Ать. А так есть. Да хорош. Еще и промахивается. Кирби, ну. Блин, ну тут какая-то жесть. Ну. Ой, еще 4-я. Я думал, что это последняя волна, господи. Ну, тут, естественно, нам, наверное, все тут. Кирдык, друзья. Нам тут кирдык, скорее всего. Ну, Ванюш, давай попробуем. Оу, тьфу. Ну и что, сейчас они вынесут мне карайку, это само собой. По-моему, и Ванюш тут вынесут мне. Да, друзья мои. Вы прекрасно видите, что здесь происходит. Вы это прекрасно все сами видите. Он еще и мажет. Господи, Ваня. Ванечка. Очнись, родной ты мой. Ты что делаешь, а? Да, он сам себе подписал смертный приговор. Да, в принципе, даже если бы он грипп этот ушатал бы, да, все равно бы мы здесь, друзья, проиграли бы. Вот такой вот у нас получился бой. Жидкий, ничего не могу сказать. Я думал, что эпизод, ну, хотя бы 5-й мы все-таки сможем осилить. Но нет. А вот эпизод 4-й на самом деле можно пройти, если не брать к себе в отряд Кирби. Ладно, я, может быть, в следующей серии попробуем с вами переиграть. Или когда у нас там будет все пройдено, да, мы уже с вами... Так, от нечего делать, попробуем все-таки немножечко пройти. А за это время можно даже поднять уровень. Тому же самому Ванечке или Хану. В общем, друзья, посмотрим.
Ох ты, у нас вот излишки по ДНК, оказывается, есть, да? Давай тогда мы это с вами все обменяем. Так, 23 тысячи у меня сюриков, отлично. А сколько у меня долларов накопилось? Ой, 127. Я просто к чему говорю, друзья, нам нужно с вами покупать телепорты, их очень мало. Угу. Так, мутаген, ну я думаю, что я набью его за кадром. Ну а на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам, друзья!